Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, наступает исторический момент. Дамы и господа, лента перерезов. 18 июля Пермский политех принял участие в запуске в промышленную эксплуатацию первого в России многоцелевого адаптивного стенда, позволяющего серийно испытывать газотурбинные установки высокой мощности в диапазоне до 40 мегаватт. В церемонии открытия стенда приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь Арбузов и президент Пермского национального исследовательского политехнического университета Василий Петров. Именно им выпала честь перерезать красную ленту и совершить запуск газотурбинной установки. Участники открытия познакомились с возможностями сборочно-испытательного комплекса и экспозиции макетов продукции пермских предприятий. Сложился достаточно интересный научный коллектив, да, коллектив из 6 факультетов нашего университета, я тут даже все кафедры уже не перечислил, да, и 9 университетов, которые были в этой орбите нашего договора. И сотрудники, особенно других университетов, искренне нам заведовали, да, что у нас создана реальная атмосфера востребованности, востребованности научных знаний. Когда то, что мы задумывали, да, постепенно реализовываться здесь. Для нашего университета это событие является знаковым, так как для развития научного и интеллектуального ресурсов проекта был привлечен именно Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Другая сторона этого проекта – это, конечно, образовательный процесс. То, что сегодня предприятия понимают, что им нужны высококвалифицированные специалисты на такие высокотехнологичные интеллектуальные производства. Ну и для нас это, конечно, тоже еще заказ и на подготовку кадров. Кадров, причем не только инженерных, но и кадров высшей квалификации, то есть кандидатов наук, докторов наук, что, в общем-то, и было реализовано в рамках этого проекта. Действительно, очень радует честное взаимодействие вуза и предприятия. Все обязательства, которые вуз на себя брал, он все выполнил. И было видно, что это не просто как бы вот взятые из потолка, как определенное количество статей или патентов, за этим стоит серьезная работа. Я хочу сказать, что в рамках выполнения этой работы пришлось немножко меняться и нам. Нам пришлось измениться самим, изменились отношения с нашими заказчиками. Но благодаря таким изменениям пришлось реализовать этот славный проект.